ДТП с жертвами под Одессой. Сегодня недалеко от Черноморска 16-летний водитель «Мерседеса» пытался обогнать другие машины, но не справился с управлением и врезался в «Москвич» и «Хонду». В результате столкновения пожилой водитель «Москвича» погиб на месте. Его 68-летнюю спутницу увезли в больницу с травмами разной степени тяжести. «Хонда» же получила незначительные механические повреждения. В эти минуты на месте происшествия работает полиция.